представляю город Кривой Рог. По образованию я экономист, но в душе абсолютно творческий человек. Я очень люблю фотографироваться, рисовать, а также читать. Еще я пою и играю на фортепиано. Но самая моя большая любовь – это, конечно же, путешествия. Соответственно, самая большая мечта – это посетить как можно больше интересных уголков нашей красивой планеты. Всем участницам этого конкурса я желаю удачи, а вам, дорогие жюри и зрители, насладиться данным мероприятием. Спасибо.